Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Диего, Аркер Профессиональный, и мы начинаем наше новое модовое PvE выживание на сервере Ion Arc X5. Вся необходимая информация о сервере находится в описании, обязательно заходи, будет интересно. В этом сезоне я планирую развиться максимально. На этом сервере не обязательно проходить босса, чтобы открыть какие-то топовые инграммы. Вот, например, все вот эти инграммы открываются при помощи просто поднятия уровня. Вы качаете свой уровень, и инграммы открываются. Плюс ко всему, максимальный уровень персонажа 120, а не 105. То есть, хорошо прокачавшись, вы сможете открыть практически все энграммы. Здесь начал свое выживание, смотрите. Динозавр какой-то. Динозавр. Блин, чистое ПВЕ, не могу залезть. Мне как ПВП-игроку вообще непривычно. Почему же решил зайти на ПВЕ? Ну, на ПВЕ мы с вами проведем максимальное выживание 100 дней. Я считаю так. Вот в чем будет заключаться наш сезон. 100 дней на ПВЕ модовом выживании. А потом мы с вами посмотрим, что мы добыли за 100 дней. Может быть, и Вознесение пройдем. На канале я, кстати, Вознесение никогда не проходил, поэтому будет, думаю, интересненько, да? И почему мы всегда начинаем выживать только ночью? Но самое приятное на сервере, ребят, это приятная раскачка. Прокачав один раз еду или воду, вы в ней практически нуждаться уже не будете. Ну как, будете, естественно, но не так часто, как всегда. Приятно качается и стойкость, и хпшечка, да и вес тоже, потому что здесь стаки увеличены, сами понимаете. Поэтому дадим много, 2000 будет, думаю, достаточно. 65 уровень, я пробежался по некоторым запискам без записи. Опа, смотрите, кого-то съели. Извините, но это моя добыча, они добыли ее. Они добыли мою добычу, ребята, блин. Смотрите, втаптывают меня, дамаг мощный вносят. Не получится, ща я быстренько кирку себе скрафчу, а вы пошли нафиг. Кирка, дерево, солома нужна. Бля, какой-то жесткий тип носится. Он типа мегалозавра, то есть он мне тренды может дать в любой момент, да? Ну, если, конечно, догонит. Я ж ему не дамся, просто Карнач. Ну, Карнач это старый добрый наш хищник. Ему и не дамся. Напоминаю, ребят, выживать на ПВЕ собираюсь 100 дней. Поэтому, когда я построю себе базу и покажу это на ролике, обязательно стройтесь рядом со мной. Потому что, скорее всего, естественно, так как здесь увеличены боссы, здесь увеличено все, мне понадобится ваша помощь в прохождении боссецких Вознесения. То есть будем делать это вместе. Вместе куда интереснее. А самое главное, ребят, на сервере будет то, чего нет ни на одном другом ПВЕ проекте. Поэтому обязательно заходите, даже если вы не собираетесь играть, вам нужно будет кое в чем поучаствовать. Естественно, на ролике. Ой-ой-ой, будет очень интересно, реально. На ютубе это популярная тема, но ни на одном PvE проекте этого нету, а у нас есть. Так, давайте себе сделаем первоначалочку, чтобы мы хоть думали, что мы мощные. Понимаю, что мощные мы, наверное, не станем, но мы будем думать, по крайней мере, типа, а мы мощные, ребята. ХПшку подбавим чуть-чуть. Остальное пока качать не буду, потому что нужно подумать, что же мне вкачать еще. Сундучок. То есть, смотрите, для базы такое превентивное место начинает, да, образовываться. Отлично, отлично. Шапенцу, хрененцу, все напяливаем на себя. Вон здоровяк этот ходит, блин. Шел с улыбкой здоровяк по ночному парку и у тихого пруда. Он агрессивный? Нет, он не агрессивный. А чё ты пугаешь тогда? Он агрессивный, наверное, ночью, а днем он, видите, добряк добряком. Да, скорее всего, так и есть. Видите, он начинает убегать. То есть днем он боится, а ночью он жесткий хищник. Ага, смотрите, носится как. Может, в этот момент его кормить надо, когда он так убегает? А ну-ка. Нет. К нему просто подходить нельзя. Ой, ребят, напишите в комментариях хотя бы, кто это. Какой-то родственник Финиагнаты. Потому что она такая же агрессивная самка Богомола. Опа, родственник Терезины, офигеть. Положите еду в последний слот, чтобы покормить. А что ты любишь есть, родственник Терезины? Мэшо Берри ест, прикиньте. Раз, это родственник Терезинозавра. Значит, она должна быть такая же мощная. Давайте все притомим ее обязательно. Сейчас я помечу вот сюда. Вот так вот, чтобы следить за ней. Сейчас она проголодается, я смогу кормить ее каждую секунду. Поэтому это такая тактика, ребят. Дельфин выбрался на поверхность. А зачем, он умер, что ли? Дельфин, ты чё? Он, кажется, откис. Откисулю получил. Ладно, добудем. Ой, сколько живности! Акула-молот плавает там. Или это мегалодон, самый настоящий. Так, добудем.
Ой, сколько мяса идет. Ребят, а напишите ко мне в комментариях, хочу понять, а почему из ихтиозавра идет мясо, а не рыба? Напишите мне в комментариях, я прям почитаю с интересом самым настоящим. Почему у ихтиозавра добывается мясо, а не рыба? У Назаре... Гляньте, а что это у тебя отхил какую... Положите еду последний слот, чтобы покормить. А ну-ка, тебя тоже можно покормить? Офигеть, сейчас у нас живка будет имбовая. Так с этой живкой мы всех разнесем. Как тебя зовут-то, мальчишка? Его зовут Метриах... Метриаханто... Чё? Метриконтозаурус. А ну-ка. Вот, Метриконтозаурус седл. 30 металла надо. Сразу седло мы на него не сделаем. Тоже отмечаем, чтобы не забыли его. Как говорится, отмечай, чтобы не забыть. Потом тебя приручим, чуть позже. Сейчас не дело. 100 дней выживания. Я хочу провести, скажем, наверное, на айленде. А давайте нет, давайте так. Я вас каждый раз прошу написать что-то в комментариях. Но, ребят, ну потому что это интерактив. Я не хочу просто сам что-то делать, чтобы вы просто смотрели телевизор или компьютер и ели под это. Естественно, приятного аппетита всем, кто ест. Но я имею в виду, я хочу, чтобы вы участвовали. Потому что это интерактивные ролики. Поэтому напишите в комментариях, на какой карте мы будем с вами выживать. Ваши предположения. Ваши мысли и ваши идеи. Естественно, я буду основываться на них. Сам-то я уже решил для себя, где я буду, но мне интересно, что выберете вы. О, давайте наверх поднимемся. Ох, вот кто-то жесткий ходит тут. Карнотавр. Карнач, отвали. Хотел удар мне нанести, видели? Он нанес. Карна, 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 не уби... Ух! Да! Все записки слетели, как он меня так боданул с горы? Мне теперь надо бежать забирать. 59 уровень, не хватает. Мне нужно обязательно докачаться до уровня, когда открывается костюм плавательный. Надо вернуться туда, по той причине, что мне нужно забрать вот эти вот ягодки, мясо. Живку-то я не доприручал, а нужно ее доприручать обязательно. Как без приручения живки что-то вообще мутить, крутить? Так, это было на горе. Смотрите, рапторы с пандами дерутся с этими. Ёшкин матрёшкин. Рапторы-то что-то могут? Вот Карнач. Ну тебя нахрен. Ага. Сейчас ты меня уже бодануть не сможешь, потому что я на скорости бегу как безумец. Ага. Еще и записочку себе залутал. Ну тебя нафиг, Карнотаур. Пошел нафиг. Пойдемте к нашим животным, поприручаем их дальше. О, так, прыжок веры. Это кто за здоровяк? Вообще утконос какой-то. Я не хочу с ним связываться сейчас. Потому что я не готов еще одну записочку потерять. Ого. А что с тобой, братанчик? Почему ты стал злой? Ты же был мне как брат. Потому что я не готов. Ого. А что с тобой, братанчик? Почему ты стал злой? Ты же был мне как брат. Он должен наесться, а потом он станет добрым. То есть ему нужно живочку понаубивать. Да Дашвили, ты это видел? Блин, кошмар такой. Какой-то хищник ходит и тут живку убивает. Ты представляешь, какой нахал? Убивает? Живку! Да, мы с тобой в шоке, Дудо. Просто, как же можно убивать живку тут? Особенно Дудошек. Жесткая Дина, жесткая, берет, убивает Дудошек. Мы такого себе не позволяем, правда, Дудо? А так, вот я пыль из тебя выбиваю, пыль. Просто пыльная это немножко была. Так, нужно соломки собрать, соломки и волокна. Да, волокно скребем. Наркоберри, да. Когда вы не нужны, естественно, давайте мне наркоберри. Арк, как всегда, вот мне не нужно наркоберри. На тебе, блин, братанчик. Мне нужно волокно? Хрен. Хрен ты получишь волокно, потому что, ну, не дам. Я не дам тебе волокна. Гамму включим обычную. И давайте добываем прям. Добываем с неистовой скоростью, с неистовой мощью. Так, нужно немножко добыть вот этого. Соломушки. Соломушки, соломушки. И камень нужен мне, потому что из него кремень нужно долбануть. Кто это такой? Утконос тот самый, да? Да. Подходить мы к нему не будем. Он явно, конечно, бегает медленнее, чем я, но все равно. Побережемся чуть-чуть. Бегаем мы на хорошей скорости, потому что здесь все очки хорошо прокачиваются на этом сервере. Ой-ой-ой-ой, камня нет-то. Как я буду камни собрал и соломы сполна? Дерево, кремень и волокна. Крафт секунды и сделай кирку. Пофармил. Так, давайте сначала попробуем покормить вот эту мини-терезину, а потом снова его. Он поел? Мне кажется, он когда ест, становится добрее. Типичный мужчина, блин. Ну вот, а, да-да-да-да-да-да. Ребят, смотрите, он поел. Положите, пока проголодается. Ну, конечно, он не проголодается, он же поел. Вот добряк-то, а. Смотрите, видите, добряк. Сейчас опять ему нужно будет поесть, и он будет бешеный бегать. Так, здесь труп был где-то. Ты чё, трупецкий доела? Здесь был труп паразавра. Офигеть, тут был трупик паразавра. Ты чё, доела его, реально? Крафтим бурончику начальную.
лучок. Стрелы могу? Стрелы не могу, кремния нет. Так, ты проголодался? Нет, он еще не проголодался. Офигеть, сейчас он опять, наверное, разозлится, да? Главное, чтобы они между собой не сцепились, потому что это две живки, которые я хочу приручить. На этом пляже просто нет камней. Их ноль. По нулям. О, есть чуть-чуть. Этого мне хватит. Назарялся. Что это было? Слышите, кто-то молнией стреляет. Три варианта. Либо модовая живка, либо виверна. Чего тут не может быть. Либо эта медуза стрекает кого-то. Надо посмотреть, кого он там стрекает. Там кого-то стрекает, да? Кого-то вы тут стрекаете, медузы. На берегу шатают кого-то, но не вижу кого. Так, немножко болосов нам нужно обязательно. Потому что болосы наше все в Ark Survival World. А где они? Болос наше все, и при этом его не изучил. Вот даю, конечно. 11, давайте 5 для начала. Плюс сделаем 30 стрел. Ну, для начала тоже пойдет 30 стрел. И топор. Пойдем сначала здоровяка пробуем покормить. Я так и не понял, где медузы тут били кого током. Все, у нас лук со стрелами. Все хорошо, все у нас четенько и по плану. Так, на нем голод еще вот этот висит, отхил, как у аргента. Значит, можно кормить. Есть. Осталось покормить еще два раза его. Пойдемте покормим вот эту вот девочку-маникюрщицу. С большими ногтями. А ну сюда, иди, маникюрщица. Так. Мы жуберри, значит, мы жуберри. Ждите, пока проголодается. Нифига травоядные голодают по полгода. И запомни, птица в небеса стремится. Ты куда стремишься? Я стремлюсь тебя убить. Ну нахрен. Еще одна кормежка, мы его приручим. Может, успеем до того, как он сагрессирует? Механизм я примерно понял. Ребят, если я прав, напишите. Типа, он ходит, 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 начинает голодать, начинает есть живку, и снова у него вот это вот появляется. Сытость и довольность. Так, ща у нас будет имба. Ой-ой-ой-ой, крошить всех будем. Так-так, давай-давай-давай-давай, голодай. И кушай, кушай. Я ж тебя покормлю, я твой кормитель. Я твой даритель. И... Есть. Нет, не то. Есть! Ой-ой-ой-ой-ой, класс. Ближе к зиме. А ну давай проверим твою мощь. Так, тебя я убираю из отметок, потому что ты только мне мешать будешь этим. Давай. Сейчас хочу твою мощь проверить. А ну, вшатывай. Медленные атаки, но мощные. По 46 без прокачки, чувачок. Притом низкоуровневый. У него уже 155 дамага. Ой, ну смотрите, ест и что-то себе пополняет. Надо сделать на него седло, чтобы я понимал, что он вообще умеет. Поведение, действие. Да, надо на него седло сделать. Тогда я пойму, что и как. На Бронто, я думаю, рыпаться не стоит. Сколько у тебя хп? 500 хп у тебя. Нет, нет, ты ни о чем в этом плане пока что. Без седла ничего не выйдет у нас с тобой. Так, давайте сейчас покормим маникюрщицу, попробуем. Потому что интересно, у нас пати собирается. Ждите, пока снова проголодает. Сколько ждать-то надо? Ух, у тебя веки какие синие. Че у тебя синие такие они? Тенями, что ли, намазался? То есть одна маникюрщица, а это тень. Карна, ну давай, маленький мой. Давай, давай, братанчик, покажи этому карначу, где зимуют все, кто хочет. Он нам по 54 наносит, их плюс кровотечение. Давай за мной, давай за мной. Уходим, 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 уходим. Он не уйдет, он его держит. Ребят, только приручили живку. Уходим, уходим, уходим. Ох, вытекаешь ты, братанчик, вытекаешь. Тебе отхилить надо срочно. Как тебя они потрепали так, а? Жестко. Ты такой с виду свирепый, а тебя карнач потрепал. Ну и не такой ты имбовый. Получается, я тебя должен защищать, и не ты меня. Офигеть. И тебя еще зовут Еву. Так. Дай-дай. Все, сейчас он похилится быстро. Смотрим. Ну, где твоя пассивная аура вот эта вот? Слишком маленькая для тебя живка? Давай этого тогда вот так вот, с фланга зайдем. Все, зашатывай, зашатывай его. Наверное, он сам должен погрызть и зашатать, тогда он будет как бешеный отхиливаться. Так, смотрим. Ой, блин, мухи. Убей мух, пожалуйста. Хорош. Ой-ой, хорошо мух разносит. Убийца мух. Убийца мух. Помнят с горечью древляне, хоть прошло немало лет, о романтике демьяне, чей лежит в лесу скелет. Жаль, никто ему не верил, но захватывало дух.
От его былин Афея повелительница мух. Кого ты там стрекаешь? А ну брось! Братушат моих каких-то шатаешь тут, да? Да нет, она вроде никого не шатает. Значит, получаешь стрелу. Значит, я тебя буду зашатывать. А ну, лови. Вот так вот. Вот так вот. Она на меня нападает? Она плывет ко мне? Это ничем хорошим не закончится, медуза, если ты будешь ко мне плыть. Минус. Я так подозреваю, пока мы не сделаем седло, смысла отсюда уходить вообще нет. То есть мы можем, в принципе, Опять этот утконос. Ты на нас, что ли? Отойдем. О, еще один какой-то здоровяк. Это твой собрат, походу. Да, а где мой друг? Где мой дружбанчик? Он застрял тут, жесть. Вот здесь, думаю, пока построимся, вот на этом отшибе. Вот на этой пригорочке мы будем строиться. Это пока что, ребят, временно. Потом мы отсюда переедем, естественно. Так, постой тут. Я понял, из речных прибрежных... Что это тут кричишь? Из речных прибрежных камней сейчас буду металл добывать. Вот смотрите, прибрежный камень. Это не прибрежный камень. Там должен быть такой камушек, галышек. Это нет, это просто камень. С него металла мало падает обычно. Ну 20, это ни о чем на таких рейтах. Нужен прибрежный камушек. Они такие круглые и внутри реки находятся. Галышек я их называю. Ну потому что они гладкие, круглые. А, это он такие станы дает. Это вот что за живка. Нет, это не он, это... Просто по металлу бьет. Вот они прибрежные-то галышки. А ну-ка. Мало-мало что-то дает. Значит, это не они, потому что они должны быть маленькие, кругленькие, ровненькие. Здесь их нет, пожалуй. Так, забираем у него кожу, и мы сможем покрасить все, что нам, в принципе, надо. Когда я говорил, ребят, что рядом со мной селиться надо, это значит не здесь. Пока что просто заходите на серверчок, прокачивайтесь. Чем этот ПВЕ отличается от многих других? Что здесь не является целью пройти самых обыкновенных боссов. Здесь есть боссы усиленные и улучшенные, которых нужно проходить только тогда, когда вы откроете там пропагатор, пропагнатор, прокачаете живочку, разведете ее, и только тогда вы сможете на них нападать. То есть цель здесь интереснее, чем на обычном ПВЕ. Сервера, ребят, без вайпов. Поэтому играть вы здесь сможете даже после закрытия арка основных серверов официальных. Поэтому не тратьте свое время, а сразу заходите на Ionark. Так, ух ты, как он, смотрите, он сам выбирает, где ему стать. Вы представляете, наглец какой. Я не хочу, чтобы ты выбирал, где тебе становиться. Ну ладно, здесь будешь, пофиг. Все-таки он сам выбрал. Нет! Он, получается, победил меня, переиграл, да? Так, сюда положим металл, и вот сюда мы металл положим. И чуть-чуть дерева. Все, в принципе, все идет как надо. Так, мясо у нас дохренища. Разделить половину. Вот так вот. Эту половину мы разделить все. На стак ее разберем. Ну, то есть, чтобы протушилось быстрее. Может, ты в инвентаре что-то мутишь, там крутишь? Нет. Ничего он не мутит, не крутит. Самый обычный паренек. Поставим здесь кроваточку. Кроваточка, чтобы если что, мы тут спавнились. И ступку я поставил, нет? Вроде нет. Она тоже у нас самая обыкновенная. Нам БС плюсовскую поставить, ступку с пестиком. А не вот это вот все. А где вообще она? А, давайте. Пестал, пастал. Вот, Mortal and Pest, S+. Сюда, S+. Я мало с S+, работал, ребят, поэтому не ругайтесь или что. Я не шарю просто за него. Но использовать буду. Потому что так надо. Так, давайте вот сюда его. Нам еще верстак ставить. Верстак мы вот сюда разместим, поэтому это будет вот здесь вот. На краюшечке. Вот сюда. А пока сделаем немножко селитрочки. Камень, кремень. Так. А где селитра? Вот она, я ее даже не изучил. Чуть-чуть селитрочки сделаем, чтобы могли в шкаф засунуть в этот. Тут мы положим мясо. Естественно, мясо. Ягоды пока, чтобы они не пропадали. Эти тоже нам ягоды пригодятся, думаю, для чего? Для хилочек. И положим половину мяса. Пусть тут лежит на всякий случай. Кладем сюда селитру, и она уже будет у нас готовиться. Где селитрочка? Ты куда делась, селитра? Какой-то слот непонятный прыгнула. Ну что ж ты будешь делать? Вот он. Все, процесс пошел. Нам нужно рубить побольше камня. Побольше камня нужно рубить. Потому что иначе селитры много не получится.
Потом наркобэрик нужно побольше для того, чтобы мы могли что делать? Наркотиков много, наркострелочек, ну понимаете, да? Этого неприятеля сразу нужно ушатать. Смотрите, одного сейчас накину, прибежит другой. Друг его. А вот это уже неприятность. Давайте, бегите. Бежит? Не бежит. Пока он не бежит, я его другу задубашу сейчас. Вот такой мощный, могучий удар наношу ему. Своим топором. Бежит, 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 бежит. Но ты не успеешь. Знаете, то чувство, когда друг сначала сыканул тебе помочь и убежал, а потом уже поздно, тебе уже наваляли. У меня такого, слава богу, не было. Не желаю вам таких друзей, как этот Радон. На тебе. О! А он хорош, блин. Это самый дерзкий чел на стрелке. Видали? Прыгнул как. Вон еще бежит. Плывет, плывет, еще один. Ага, сыканул. Потому что увидел, что его друга уже почти забили. А потом он этому другу скажет, что я не успел, братанчик. Дилгу привели, брата кто-то привел. Смотрите, брата позвал. Он за братом сбегал. Говорит, я брата позову. Смотрите, смотрите, брата позвал, реально. Вот так вот тебе. Оп! Есть, не возьмешь, не возьмешь меня, не возьмешь. Брат его тоже сыканул, потому что он увидел, против кого здоровяка ему придется драться. Блин, братский, как крыса со спины напал! Зараза, нужно добить этого Трандона. Братанчик, выручай, я тоже брата позову. Где мой брат? Брат! Я тоже брата позвал. Слушай, вон тот меня еще обижал, крысюк. Да, давай, туда его. И того он всех зацепит. Вот у меня братан, так братан. Пойдем наверх, ладно. Оставь их в покое, они бедолаги. Не будем их трогать. Пойдем, пойдем наверх. Иди сюда. Как там по металлу? Смотрите, S плюс обычная печь. 12. S плюсовская, смотрим. 12. В чем же прикол S плюсовской печи? Хм. Я, кажется, понял. Нет, я не понял. Я не понял, в чем прикол S плюсовской печи. Так, заходи наверх. Все, стоишь вот тут. Так, а мы пока еще немножко селитрочки сделаем. Вот так вот, кремень сюда. Перчаточки-то мои. И камень. Все, селитра пошла, 160. Вот, друзья, предлагаю на этом моменте прекратить наш ролик. Мы с вами увидимся на новом видео. Обязательно ставьте лайкосики, как только набирается... Ну, давайте, на ПВЕ много просить не буду. 200 лайков набирается, выходит следующая серия. Не забываем, все необходимые информации серии находятся в описании. Заходите, я здесь буду играть, я здесь буду выживать. Здесь много чего интересного будет проводиться. Всех люблю, друзья. Обнимаю. И всем пока. Однажды зашел поиграть я в Арк. Думал, что игра это просто класс. Ту дошку притомил и построил дом. А в офлайне базу мне снесли и убили Дото. Хату из соломы сломали в момент. Но зачем новичков убивают здесь? Не знаю.